Всем привет! На канале Spiders TV, и сегодня у меня новые питомцы, новые обитатели. Хочу вам их показать. Это... О, а у меня тут я немножко еще начал кормление, вот здесь вот без вас. И паук стянут гроссы. Ой. За груз убежал. Наоборот, вот сюда вот. Я думала, она хочет пойти съездить того за автобус, она просто сюда убежала. Вот отсюда. Вон от, из того угла. Так, я здесь тоже начинала кормление без вас, но пока ни одного удачного кормления у меня нет. Что? Еще у меня новые питомцы, это бронзовки. Бархатные бронзовки. Маленькие такие. Такие большие зеленые, у меня маленькие. Тут они уже закопались что-то. Вот эти одна. Одну немного видно. Она живая, не переживайте. Она просто скрутилась. Так, у меня вот новые питомцы бронзовки. Такие вот эти. Вот они еще. У меня есть 4 штуки здесь, я их принес. Давайте за палец держится. Они так, пока такие неактивные. Потом их куда-нибудь поставлю на солнце, так они знаете, как будут. Это стяду, да, по-моему, поесть все-таки хочет. Ага. Чикармление стяду, да, заснимем, возможно, сегодня. Глаза функции поактивнее дать. Он шешелил, что ты его не заматываешь. Ну и что это было? Взяла, потрогала лапы и убежала. Так, у меня еще сегодня есть 2 новых паука. Это вот крестовик мраморный. Всего. Тоже покажу. Ага. Вот он, смотрите. Это мраморный крестовик. Взрослая. Уже как взрослая самочка. И у меня нет места для нее, и поэтому я посажу просто, ну, она в этой баночке останется, потому что сегодня я пойду в магазин и куплю просто баночку, потому что разных баночек, контейнеров, потому что не хватает уже. У меня вообще живет в каких-то коробках. И еще у меня один новый паучок. Вот он, вот такой вот. Немного похож на крестовика, но это явно не крестовик. На сети он плетет такие же большие круглые. Вот такие вот новости у меня. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.